Итак, привет, народ! И мы продолжаем играть в битву за Средиземье. Это кампания за силы зла. Шаг за шагом воинство тьмы покорит Рохан. И мы отправляемся в Дунхару вместе с армией. Даже не знаю, Лурца или же Сарумана. Ладно, отправим Лурца. Харроу. Это место было укрытием и местом сбора для Рохирим. Скоро оно превратится в их могилу. Тень пала на Рохан. Люди не увидят рассвета. Это жечь нельзя. Плюс у вас почти максимум. Да, нет, построю, конечно, здание для развития, скажем так. Но армия у нас прокачана. Я думаю, в принципе, если нас атакуют неожиданно, мы не умрем. Начнем с этого. Но опять же, за силу зла играть сложнее, вы это знаете. Вообще, я хочу основать какие-то укрепления. Так, я хочу бойню, потом я хочу плавильню, а потом я хочу революцию. Нет, революцию. Никто не может противиться белой длани. Давайте, ребята, я хочу, чтобы вы все укомплектовались. По-нормальному. Я хочу, чтобы вы в кучку собрались. Будете делать, молодцы, собрались в кучу. Теперь мы... Карта большая, я уже вижу. Так что, идем сюда. Построим лесопилку. Сармон будет доволен. Сармон будет доволен, если вы, не знаю, мир захватите. Если вы захватите какую-то одну локацию, ему будет абсолютно посрать на вас. Черти. Скорее. Скорее. Плавлены. Сюда. Даже если на наш лагерь нападут, у нас огромная армия. Наши варги быстренько придут и со всеми расправятся. Не, в этом углу карты, ну, явно никого нет и быть не может. Давайте проверим вообще. Какие у нас задания? Объединить 5 отрядов рыболовщиков с пикинерами или пехотинцами? Даже не знаю, возможно, я это сделаю, возможно, и нет. О, привет! Копьеносцы, давайте, копьями, обрабатываем, пацанов. Почему я вижу, как мои очки командования уменьшаются, ребята? Вы плохо работаете. Ребят, сожрите их. Жварги. Ну, мы теряем войскам, но мы не проигрываем. Потеря войск это не проигрывает. Вдохновим. Наши силы на бой. Мы потеряли какую-то часть армии, но арбалетчиков нет. В основном мы потеряли как раз таки войско ближнего боя. Разведаем территорию. Ясно. Лагерик здесь. Ну давайте мы тут хоть территорию зачистим. Так, плавильня. Бойня. Варгов мы, наверное, делать не будем. Давайте яму уроков. Убейте всех, кто встанет у вас на пути. Нам нужно занять вот это плато. Вот они и новые уроки. Это наша задача на сегодня. Занять это плато. Да, поддержка нашим варгам и копейщикам. Они же сами ни за что в жизни не управятся. Где тут лес? Сойдет. Похоже на лес.
Такие амургов есть. Дальше оружейная. Нам нужна мастерская осадных орудий. Ну, тоже вообще надо. Вон, пока построим еще плавильню. Нас атакуют! Еще вот два здания надо будет. Лучники меня не устраивают. Шевелите лапами! Ну, прямо сейчас я не стремлюсь еще никого уничтожить, это я так. Кстати, да, тут уже поработал. Уничтожил мою лесопилку. Ладно, все, мы отступаем, мы разбили их основную армию, уже будет потише. Что кто-то еще будет выступать, но мы отобьемся, отбиться мы сможем. Это уж точно, мы не немощные. Нет, лагерь они тут не развили еще. Сражайтесь. А, Лурд, кстати, не с нами. Лурд что-то там делает. Надо проверить. Я не хочу, чтобы здесь случайно лагерь образовался. Или специально даже. В общем, никак не хочу, чтобы он там образовался. Так, оружейная. Орки, сюда! Следите за своими волками! Следите за своими волками! Главное, половина. Я не думаю, что я буду строить еще варков. У нас их достаточно. Это раз отряд. Тут еще отрядов. Ну, четыре. Их четыре, как мы. Пять отрядов всего. То есть никто не погиб. Так что нет, варков мы много делать не будем. Нужды нет. Ну, как бы мы обязаны прокачать этот глаз, потому что иначе мы ничего другого прокачать не сможем. Давайте, ребята, охраняем. Ну, поехали! Вот они! Враги наступают! Мне кажется, нам нужны дополнительные силы. Они! Бей! Вот такая охрана годится. Ширше! Откуда они так быстро армию берут? Я просто удивляюсь. У нас копеечков много осталось? Да как-то маловато, учитывая, что мы деремся против коней. Ладно, пока что будем строить рукхаев. Я буду драться между собой, пацаны. Никаких проблем. Все, ребят, вы будете охранять эту территорию. Да, и это надо прокачать. Надо послать отряды варгов на разведку. Мы создали могучих воинов. А то я как бы не знаю, что у нас тут находится. Давайте, ребят, работаем по максимуму. Уроки! Теперь что у нас есть? Проголодались! Гоблины! Жалкие твари! Я, кстати, всегда думал, что орки, ну, так сказать, орки, рука и гоблины — друзья, но... После «Властелин колец» я узнал, что это не так. Давайте, ребята, бейте их. Наши варги голодны. Ищи, готовы. Ну! Это что, это зайки, что ли, бегают? Это большие зайки. Жирные зайчики. Разнеси все. Да, ребята, мы тут свое построим.
Вы создали могучих воинов! Готовьтесь к драке! Могучим воинам нужно мясо для тренировки. Марчи всадники! Огненные стрелы готовы! Так, нам нужны баллисты. Две штуки хватит. Давайте изучим местность. Я вижу тебя. В принципе, оно подбадривает еще войска, по-моему. А, да, точно. Так и есть, так и есть. Мы создали могучих воинов. Так, куча лучников. О, как тут все фигово. Ну да, я не очень хочу идти с этой стороны. Пойдем с противоположной. Ребята, едем. Там! Вытаскивайте баллисту! Нам нужно свободное место! Ну, в лагере их, ну, есть, но, ну, ладно, не так критично хотя бы. Тут какая они уже что-то строят. О, они нас, крестьян, ведут. Что вы? Проголодались? Нет, я буду там строить. А нет, ладно, построим. Пофиг, почему бы нет. Подъем! Готовь оружие! Шевелите лапами! Нам нужно свободное место! Мы улучшим мастерскую осадных орудий! Всадники Изенгарда! Ну! Подъем! Уроки! Молчи! Давайте, подеритесь. Две баллисты нам более чем достаточно. И сделаем копейщик. На наш лагерь напали! Кто посмел? Готовьтесь к драке! Шевелите лапами! Ой, тут они. Мы расширили яму уруков. Мы создали могучих воинов. Нас атакуют! Готовьтесь к драке! Ну, блин, надо было обратно порядком, ну ладно. На нас напали! Выведись! Я хотел лучше увидеть то, что тут есть. Готовьте еще одну! Фигово, ну ладно. Следите за своими волками! Нас атакуют! Возвращаемся в лагерь! Быстро! Я проголодался! Так этих парней давайте мы отправим на смерть. Шириша! Мне нужны копеечки. Сколько они займут? Так, эти занимают двадцатку, значит... Ну, где-то отряда 3, это 60. Да, 60. Как раз и строятся они быстро. Эй, похоже, я чую врага. Давайте, открывайте огонь. Скоро в атаку! Так, скорость брони. Я чувствую, что мы все-таки подольше продержались. На нас напали. Я даже потрачу деньги на их апгрейд. Ну их убьют еще раньше, чем мы. Да. Мы здесь! Тут без денег не будет! Ребят, почему это мы ресурс не собираем? Тут что есть деревья? Еще несколько отрядов и идем в бой, ребята. Решите, да поживее. Мне кажется, там будем драться против... против... как их называют? Гондор, точно. Кому будем драться против Гондора, мне кажется, будет попроще. Пора им поразмяться. Это нападение.
Черт, они и отсюда вылезли. Давайте, кстати, тут исследуем, мы там еще не были. Потому что не обойти нас, ну, вряд ли могли. Мне кажется, значит, там кто-то есть. Теперь у нас есть уроки-копейщики. Видите, они сейчас тут прибегают. Хватай оружие! Сюда, сюда! Будьте начеку! Видите, они бегут обратно. Значит, скорее всего, есть лагерь. Ну, не скорее всего, а возможно. Любите лошадей снова напали. Снова они идут. Хватай оружие! Не спать! Враги атаковали наш лагерь! Ну, так сказать, потратимся на развитие. Все, пора вперед! Отставать! Я проголодался. Займем вначале вот позицию здесь, построим тут свой лагерь с башнями. Нужен палантир. Я должен знать, что там. Только зданий, пару отрядов победим. Никаких проблем. На нас напали! Ну это лучники, мы их просто зарежем. Ну и пришлют подкрепление, скорее всего. Так, ребят, этих парней тут нельзя оставлять. Тут казалось, тут какая-то пещера. Вам не обязательно стоять у этого знамя. На нас идут. Эльфы. Ладно, я думаю, ничего страшного. Защищайте лагерь! Лагерь без нас там не умрет. Довольно дорогие, кстати, башни, которые можно так тут строить, так сказать. На позиции, где должно быть обычное здание. Не отставать! Мы здесь! Копейщики, сюда! Копейщики, сюда! Обнаружили сторожевая башня построена! Сторожевая башня построена! Натягивай веревки! Это нападение! Я вижу тебя! Не оставим камня на камне! Убивайте все! Да, кстати, можно было бы лучше воскресить. В итоге они, кстати, ушли. Ну, обстреливает один из них. Все равно они откуда-то прут, эти крестьяне. Башни нам под силу нашли. Бегом!
Не совсем правильный подход арбалетчиков пускать в первые ряды, но мы их воодушевим, а они не умрут. Нормально. Эти парни, надеюсь, не развернутся, а то будет фигово. Завернулся из мертвых. Это они знают, что когда строится новое здание, его нужно в первую очередь крушить. Кстати, Лурс вообще не вдохновляет никого, ну только с 6-го ранга. Если они там новых... А, вот у них новые лаги. В любом случае, рохнем этот, уже будет хорошо. Это нападение! На нас напали! Как уже в лагере! Клёвая работа! Тут еще стреляют. Отсюда будут появляться новые и новые уроды. Давайте произведем несколько. Штук 8. Сумасшествие. Сармон будет доволен. Готовь оружие! Вот они! Да, мы теряли существенную часть войска. Жалкие слабаки! Если так посмотреть. Мы создали могучих воинов! На нас напали! На нас напали! Ну, может, не такую существенную, но определенную часть уронов мы потеряли. Будете делать, что я скажу! За белую тварь! Это создали могучих воинов! Я чувствую, они построили еще один лагерь там внизу. Никто не может противиться белой глади. В любом случае, тут отряд, поэтому надо скорее с ним разобраться. Я вижу тебя. Вперед! Нас атакуют! Еще одну! Это нападение! Тащите, да поживее! Крепили! Создали могучих воинов! Разнести в пыль! Минус еще одна башня. Я проголодался. На нас напали. Это нападение. За белую тварь. Да, у нас тут нападение. Уроки. Мы создали могучих воинов. Может, не таких уж и могучих. Будете делать, что я скажу! Не останавливаться! Враг уже близко! Враги! Враги наступают! Используем палантир на где-то точка с лагерем. Да. Так я и знал, что они... Вперед, Урукхай! Скорее! Я чую человечье мясо! Тут мне надо разобраться с этим человечьим мясом. Нас атакуют! Я проголодался! Враги! Враги наступают! Да, наши люди, конечно, поредели. К сожалению. Мы создали могучих воинов! Ну ничего, мы их наполним свежей кровью.
Собрался. Скоро в атаку. Ну вот мы уже как бы пополнили в определенной мере. На нас напали. Задел угла. Ну не полностью пополнили, ладно. Арбалетчики готовы. Никто не в силах победить Саурон. Не, ну в итоге-то мы победили. В принципе. Нормально. Эдрас, Дунхару. Да, у нас много все-таки поверженных, скажем так, воинов. И варгов совсем мало осталось. Ну, ладно, да ладно, за зло играть сложнее, потому что это зло, а добро всегда побеждает. Мне кажется, сейчас будет битва за Рому. Так, он уже 500 очков команды. Можем еще сделать больше армии. Некогда Рохарим слыли отважными воинами, но теперь они бегут перед войском Изенгарда. Мне кажется, пора войско Сарумана немного, как бы это сказать, расширить, сделать его сильнее. И потом мы сможем, как я понимаю, атаковать Хельмову пать. Это 10-й эпизод. Изенские броды. Это эпизод 10, это эпизод 8. А где 9-й тогда? Это 11-й. Я просто хочу посмотреть. Пытаюсь понять. Тут 11-й. Эта территория закрыта. Так же, как и Черные врата. Как бы до них не дойдет. Ладно. Как я понимаю, это последний эпизод. Ладно, ведем армию Сарумана. Жители Роханских деревень верят, что всадники Рохана защитят их. Но ничто не спасет эту землю от наступающей тьмы. Возможно, это так. Вперед, вперед, Урукхай! Перебейте всех до последнего! Я проголодался. Поэтому берегитесь орлов. Так, у нас есть лучники, которые будут убивать орлов. Ладно, ребята, а увидимся мы в следующей части. Так и будет.